Питере и продолжаем гулять. Придворная певческая капелла. Старейшая пушечная. Питер, кстати, да, популярен пушками. Те же самые гамбургеры, чизбургеры. Друзья, всем доброе утро. Погода хорошая. Сегодня такая жарища. Плюс 11 градусов. В кавычках, конечно, жарища. Но сегодня плюс 11. Хотя вот такая замечательная погода. И солнышко даже греет. И мы сегодня с девочками идем на выставку гробницы Тутанхамона. Не знаю, что за выставка. Наверное, что-то египетское, судя по названию. Мы сейчас на Московской. Какая-то ярмарка здесь. Но мы проходим мимо, потому что мы уже опаздываем на выставку. Проспекте и подходим к нашей выставке, которая называется «Сокровища гробницы Тутанхамона». Мы в Питере и продолжаем гулять по классным улочкам, по классным экскурсиям и выставкам. Всем отличного настроения, хорошего дня. Мы заходим. Открыли гробницу Тутанхамона. Thank you.
концу. Конечно, мне кажется, она все-таки была утомительной, да? 1:15. Мы все будем идти на выход. Мы здесь все вместе еще решили погулять, поскольку рядышком находимся на Невском проспекте. Не, ну она по Питеру. Думали просто на высадку сходить, а в итоге, поскольку все рядом, дошли до Эрмитажа, до Зимнего дворца. Девчонки уже хотят кушать, сейчас будем кушать. Дворцовая площадь. Ходите вместе в Ночной Петербург после 3 января. 3 января пойти вечерком погулять вместе все по Петербургу. Красиво. Так, вот это предложение было. Можно на машине в центр приехать, там или нет. Мы сейчас проходим мимо Санкт-Петербургской капеллы. Тут какая-то реставрация идет. Красивое здание. Здесь все красивое. Сочетается в нем с масштабными локальными политиками. Обширные международные гастроли и многосторонние партнерские связи восстановили историю. Придворная певческая капелла. Сегодняшняя капелла по-прежнему остается певческим мостом между странами, культурными эпохами и поколениями. Красиво, конечно, что скажешь. К Питеру не подкопаться по поводу архитектуры. Тут недавно я сделал, да? Давайте сделаем фото. Управляя капеллой более 10 лет, он вместе с выдающимся мастером Николаем Римским-Носовым осуществил важнейший ремонт. И сделал продолжение первого ученики. Музыкант Антон Аренский, Михаил Климов, Павел Богданов, Мелочь, а приятно. Просто зашли в какой-то дворик. Смотрите, как красиво. Мы здесь нашли еще какую-то икебану интересную. Просто вот такой какой-то сплав из стекла, ну, с подсветкой. Какой-то шедевр. В такой дворик мы зашли. И в дворике всякие прикольные штучки. Раньше не видели. Видите, тоже простенько, но по-питерски. Просто в обычном каком-то дворике. Мы все продолжаем идти искать покушать. Вот вошли еще в какой-то дворик. Из одного дворика в другой дворик. Тоже так, знаете, уютно. В принципе, ничего такого нет, но уютно. У меня был вот такой дворик, я бы цветочки посадила. Было бы красиво. Просто дворики обычные. Все желтенько. Красивенькая. Смотрите, здесь двор не просто двор, а тоже всякие объявления культурных мероприятий. И везде, кстати, чисто убрано везде. Смотрите, финская церковь. Здесь просто куда не повернешь, везде можно фотографироваться и снимать. Ну, просто сил нет. Как-то немножко уже подустала после экскурсии. Не хочу уже ничего снимать, просто иду гуляю, но ненароком вот так не могу пройти мимо, чтобы не снять. Смотрите, вот та фигурка. Если присматриваться, здесь везде фигурки.
просто девчонки хотят есть, и мы уже так по-быстрому бежим вперед уже. Да, и вот он, в общем, типа... Такой торговый центр. Мы идем к Невскому проспекту, там впереди. Сейчас будет Невский проспект. Мы все идем, ищем покушать. Вот мы, я не знаю, есть здесь на Невском вкусная точка. Короче, это аналог Макдональдса. Макдональдса закрыли, и вместо Макдональдса теперь вкусная точка. Старейшая пушечная. Питер, кстати, да, популярен пушками. Я здесь в очереди. Девчонки не хотят пушки. Мимо проходим. Видите, пушки. Очень вкусные пушки. Я тоже люблю, но почему-то я хочу сегодня Макдональдс. Сейчас мы пойдем. Вкусная точка, это аналог Макдональдса. Проходим мимо театра эстрады Аркадия Райкина. Мы там уже были на концерте Эдиты Пьехи. Проходим тоже мимо, нам все никуда не надо. Гуляем в центре Санкт-Петербурга сегодня. Смотрите, какие здесь скульптуры интересные. Как красиво здесь, смотрите. Здесь на каждом повороте можно фотографироваться. У меня уже нет сил. Там сюда куча экскурсий. Все, как я люблю. Ну что, никогда даже маловато здесь народа. Все отдыхают. Сейчас уже сядем на автобус и поедем сразу до Московской. А я возле Казанского. Будем там кушать. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Вот изменилось, Гена. Белая, видите, осталась? Какая? Короче, ничего не изменилось. Вся вкуснота осталась с нами. Так что приятного нам аппетита. Вот сок. Чей сок, Марина, твой сок? Мама, я не могу понять, что из ваша. Мама, ты зарыла, шарила рот, а чьи? Кстати, смотрите, что делали с картошкой. Просто надпись «Макдональдс» стерли, и все. Все то же самое в итоге. Твой бургер, Лена. Те же самые гамбургеры, чизбургеры. Я знаю, это их. «Макдональдс» — прикрытие. А где наш помощник?
Можно? Давай. О, то же самое капучино. Так что приятного нам аппетита. Вот в таком хорошем, приятном месте.